Это может случиться и с вами. Поэтому слушайте внимательно. Это произошло с одной парой, такой как вы, когда они решили сделать теплый пол в своем новом доме. И через знакомых нашли мастеров, которые работают быстро и дешево. Простите, но что вы здесь делаете? О чем вы? Неужели не знаете? Перед тем, как монтировать теплый пол, мы обязаны очистить дом от злых духов. Вот ваш счет. Обращайтесь к профессионалам.